Конечно, да. Я постараюсь говорить по-русски сегодня. У нас только один проблем. От футболиста это Руслан Мингазов получил травму. Последнюю игру в чемпионату Казахстана у него сильное растяжение мышц, и он с командой нету. Только он. И Джапаров Рахат, это третий вратарь, у него это один гематом, но он третий вратарь, потом это нет большой проблем. Настроение хорошо, мы подготовили все, что нам надо, и только уважаем Северную Корею. Они хорошая команда, компактная команда. Закрывают середину поля хорошо, только на фланку есть пространство. Это у нас один план будет по фланку играть. Это, он поговорил со своим тренером, и он сказал: тренер, у меня есть игра, очень важная игра за сборную, за команду, за... Но тренер сказал: давай только 60 минут будут играть. И это футбол получилось. Закрытая игра была. Только что есть на YouTube, там посмотрел. Только хайлайты были, да? Пару моментов было. Шри-Ланка, Ливан, Шри-Ланка, да? Да. Когда играли они по Корее, когда выиграли 2-0. Да, статистика есть да нарушится. Статистика есть да нарушится. Это мы очень хорошо подготовлены. Мы хотим завтра это использовать все, что есть у нас. Наше качество, наше... Почему? Потому что это играем дома, играем. Мы в Туркменистану играем. Мы хозяин тим, да? Как скажу, да. И потом я это чувствую, да ребята, они... Хочет выиграть. И только нам один счет самый важный. Только выиграть. А ничья, то е... ничего. Да, у нас само лучшее качество – это игроки, которые играют на фланку. Это наш капитан, это Аманов. И на левом фланку будет Анна Дурдиев. У них есть один-один, можно... Пространство использовать, все можно там, фланг можно поедет отсюда. И это нам надо это закрыть штрафную площадь со много, со количеством игрока. И там первый момент надо забить гол, да. А так будет все хорошо. Да, только нам надо завтра игра. Только думаю завтра Северная Корея. И у меня есть это, как сказать, я смотрел игру с Ливаном. Мы с Ливаном были лучшая команда от Ливана были. Моменты были у нас, только удача не была и счет не был хороший. И потом я знаю, да мои ребята можно завтра выиграть Северную Корею.